Доброго вам времени суток. Второй блог после вот этого применения функции автомобильных видеоблогов. И прошу обратить внимание за окно. Я надеюсь, моя высокотехнологичная камера сейчас все это вам демонстрирует. Фокус, пожалуйста, на артиста. Направляемся, дорогие мои, в Fabulous Las Vegas. Называется. Вот машина слева. Очень сейчас близко ко мне. Мне она не нравится. Дальше справа фура близко очень ко мне. Тоже не очень приятно. Ну то так, лирика. Направляемся на концерт Red Hot Chili Peppers. Направляемся в национальный парк Зион. И направляемся на обратном пути Death Valley National Park. Даст Бог с Божьей помощью доберемся до туда. А на данный момент у нас 400-километровая дорога от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Вот такой вот видеоблог. И посмотрим, как оно все снимется. Так что вас ждет замечательное приключение. Очередное. Будете пересматривать еще 20 раз мое видео и будете понимать, как я мог достичь такой режиссуры высочайшей. Понимаю. Не пытайтесь понять. Просто заваривайте свой чаек и пельмени и наслаждаемся видео. До скорых встреч и не переключаемся. Дорогие подписчики, видеоблог прямо из-под руля. Ну не то, что я под рулем, а я веду за рулем, и я снимаю вам видеоблог. Прямо сейчас я рулю, прямо сейчас я наблюдаю за трафиком, я в движении. Дорогие зрители, это нереально, я знаю. Но просто к чему я этот разглагольствую? Официально первый визит Вадоса из Бердянска, Лисовского. Вадос заезжает в Лас-Вегас, ёбаный рот, блядь. Ёпта, бля. Лас-Вегас. И тут, соответственно, трафик соответствующий. Вот трафик 8 минут. И фуры вокруг меня ездят. Хотят меня расчевить постоянно. Но я держусь. Вот так вот кажется, как будто не Вегас. Но вообще это Вегас, дорогие зрители. Скорее всего, ждет меня фуфло какое-то. Но, ну так, значит, так. Кто я такой, чтобы выбирать? Я просто фуфло из Бердянска. Фуфел. Фуфлыжник. Это точно. Поэтому вопросов как бы не может быть с моей стороны. Вон, дорогие зрители, какие-то вот там эти, значит, пирамидки какие-то вот характерные такие моменты. А вот стадиончик, на котором будет сегодня канцик. Так, Хачиба, наверняка пацаны прямо сейчас там саундчекаются, пока я тут еду. Вот такие дела. Так что давайте, не переключаемся. Будет дальше интереснее. Не переключаемся. Так, уважаемые телезрители, только что с Настосом... От наслаждались музлом, значит, Red Hot Chili Peppers, классно, Джон Фрущанте, дела все. И таки на обратном пути в отельчик решили, а подъедем-ка мы к этому значку, значит. И вот на ваших глазах происходит такая вот достопримечательность. Вот такие дела. Вадос, Бердос, а тут Фабулос Лас-Вегас. Вот такие дела, дорогие зрители. И все дуреют, видите? И все... С ума сходит. И парковка бесплатная, между прочим, ребят. Прямо возле него сделали парковку. Платить даже за нее не надо, представляете? Такие вот дела. Такие вот дела, дорогие зрители мои. Дорогие подписчики, доброго утречка. Доброго утречка. Христосичек, воскресик. Воскреснет скоро. Хотелось бы уведомить вас, что начался второй день нашего, значит, роуд-трипинга. Мы на
направляемся уже в штат Юта. Не знамо, не гадано, штат Юта, в Зио Нэшнл Парк. Вчера успешно мы побывали на концерте. Настло проснулась разъебашенная, как будто на коксиче. Я не знаю, как на коксе, я просто слышал. И прикольно провели время. Лас-Вегас прикольно, тусовочный город, кимбабчик покушали. Вам это интересно наверняка. И сейчас вот, да, направляемся в штат Юта, так что не переключаемся, будет красивые пейзажи, должны быть. Если не распиздуемся сейчас вот это вот с моими, блядь, сука, умениями водителя, извините за моим выражением, я ничего не контролирую. Свою речь, извините, пожалуйста. Ранку держи. Не переключаемся. Мур-мур. В сравнении с нашими калифорнийскими, уважаемые зрители, ну, сратовасты, потому что у нас в Калифорнии 5 полос минимум на хайвее. Тут мы едем, мы что, в Луначарском? Это что, село Луначарское Запорожской области? Или это что, Орехов, может быть? Ну, не серьезно. Дорогие телезрители, вам не кажется, что вы тут в Турске охренел? Слово есть другое. Зажрался. Еще. Что вы скажете в свое оправдание? Подпольная кличка. Уважаемые подписчики, здрасте. Наконец-таки я не за баранкой. Вот такой вот видеовлог, смотрите.
гора Taco Bell, штат Юта, где-то какой-то город. По пути к Zion National Park. И так это выглядит. Тепленько, все так же тепленько. Но уже без ветра, без океана и чисто такая пустынная скальная движуха. И буковка H на горе вот там вот что-то делает. Такие дела. Итак, дорогие телезрители, Вадос сказал, что это тот самый вид, которого он ждал. И имеет смысл мое изречение, не так ли, дорогие телезрители? Что-то тут необычное, вы не находите, что-то как-то чуть-чуть не так, как с этой планеты. Разве нет? Стоит трейлер, там, наверное, мед варят. Хайзенберг. Слева еще. Засними вашего покорного слугу, чтобы было видно, как он находит. Не круиз-контроль, ребят, веду, отвечаю. Права калифорнийские, ожидаю на почту, уже сдал. Имею право водить, все легально. Водил без прав, признаюсь, водил без прав. Водил бесправный без прав. Ездок. Грешен, было дело. Грешил недолго, но все в прошлом, и это никак доказательство не прокатит. Потому что я же на приколе, это же не серьезно сейчас, слушай, я базарю. Поэтому, конечно, это не вещдок, это не вещдок вообще. Так что лягавчинки не поймают меня. Фу, ну что, на ваших глазах Zion National Park, каньон. Или не каньон, не уверен, знаешь, Зион. Вот такой вот вид. Мы нашли место для парковочки, запарковали там вот ласточку с насосом. И хоть получилось впервые у меня поставить, посмотреть вообще, где мы находимся. И на ваших глазах, вон, пожалуйста, заснеженные горки, красные скалы, камни, песочек, небко синее, травушка какая-то зеленая. Речушка, пожалуйста, вот там вот за возле мостика, под мостиком. Я не знаю. Ну, я такого еще не видел никогда. Такой движ примерно. Так, навскидочку. Так, уважаемые зрители. Чуть-чуть вверх продвинулись, получается. И прошу вашему вниманию, теперь такой вид. Просто обратите внимание на эту текстуру скал. И к водопадику сейчас прямо при вас подойдем. Ну, не то что подойдем, ближе подойдем. Но не прямо впритык, прям близко. Лежится! Она вот там где-то. Лежится! Ну что, она спряталась там. Люди, не знаю, где-то, по-моему, фотка. Девочка, фотка меня, пожалуйста! Уважаемые зрители, это ваш видеоблогер. А это ваш главный видеоблогер. И я в очередном начнем какой-то пидстопчике под парашечкой. Представляете, друзья, учредить парашечку вот в этом вот месте. Как они это сделали? Но она явно переносная, я обратил внимание. Пойдемте, дорогие телезрители. Пойдемте со мной. Пойдемте. Посмотрите сюда. А потом посмотрите. Посмотрите сюда. Зелененькая. А потом посмотрите туда, уже беленькая. А в небо синенькая. Вон. А вон уже такое песчаное. Короче, я должен признаться кое в чем, дорогие зрители. На самом деле, я вам наваливал чушь какую-то. Это Марс, ребята. Я свалил, короче, с планеты к чертовой матери. Я сейчас по Марсу тусуюсь. Вот так вот выглядит Марс. Я впадлу. Смотрите, дорогие.
Это мы уже, судя по всему, на конечной точке вот этого Зеленпарка. Проехали весь парк в сторону East Entrance, получается. Потому что второй этот путь, получается, он для шаттлов. Это надо ставить тачку, надо приезжать сюда утром. Так что уже на следующий раз. Но предварительно вот так вот выглядит видочек со смотровой. Дорогие зрители, собственно, немножечко тоже вот это вот пути, на котором мы только что были, как мы туда добрались. Мы сейчас развернулись обратно и уже держим путь в сторону как бы выезда из этого парка. И вот обратите внимание на происходящее. Тут эти бараны живут, горные. Дорогие телезрители. С одной стороны пустыня, с другой стороны снежок. И текстура горы, прошу обратить ваше внимание, она вообще просто шизофреничная. Где-то бараны должны быть. Алло, выходите.
Дорогие уважаемые зрители, вот там вот, получается, спускались только что, тут кружочек спустились, а там вот по скале, короче, по туннелю катили. И потихонечку, значит, снижаемся. И прошу вас обратить внимание на величие вот этих вот скал всех, вот так вот практически снизу нахожусь, хотя это до сих пор еще не низ, вон там только, вон там, где речушка течет, и низ, как бы, все эти движухи, и вот гляньте на эту высоту внизу. А что ты села в машину чужую, Настян? Что ты сидишь в чужой машине? Чья это машина? А что ты залезла? Куда ты залезла? На стос. Зион National Park. Зион. Все, катим дальше. Завтра, дорогие зрители, так небольшой анонс. В этом же видео, я так подозреваю, будет же Death Valley. Так что будет там еще какой-то движ. Потому что мы купили сегодня за 80 бачей Annual Pass. Что значит, я могу зайти $80 в течение года, да посещать любой национальный парк в Америчке. Так вот грамотно у людей все это сделано. Твой взнос $80 с машины. Там может быть что-то, 3 человека, кажется, в машине может быть. То есть это даже не на человека, а на машину. И он не номерной даже. Я могу использовать ее в любой машине. Просто заплати, пожалуйста, $80 и катайся. Такие вот движи. Ладно, едем дальше. А вот, похоже, шаттл. Не, не шаттл, это просто тип на своем трейлерчике. И азиатики фоткаются. Люблю азиатов. Очень сильно. А вот, смотрите, мы возвращались, значит, уже в сторону, направляли в сторону хаты. И наткнулись на вот такое вот местечко. И Настос там с ума сходит. Ко мне дружочек идет. Лошадки и скалы, дорогие зрители. Как в ТикТоке мне смешной водос попался. Видос попался. Водос? Смешной водос. Смешной водос попался. Там, где чувиха сидит за рулем и такая, интересно, а что будет, если нажать одновременно газ и тормоз? И такая, типа, ну, и переводится кадр, что, типа, она двумя ногами нажимает, и звук скриншота. Я увидел это. Это было очень классно. Ебать, как больно. Я думал, он тебя сейчас разъебашит. Так он прям башкой ударился. Не, кажется, нет. Да.